Так, всем привет на канале The Vlog. Напоминаю, меня зовут Андрей, веду влоги из Германии. Пошел, сходил, купил цветочков. Оля, завтра, кстати, 8 марта. Хотелось немножко поговорить о прошлом видео. Вот ссылочку оставлю сверху в описании. Я рассказал тогда, что у Сони в 5 классе в гимназии поднимают тему ЛГБТ. Что, насколько вы знакомы с этим, кого вы знаете, как бы вы отреагировали. Ну, такие вот вопросы просто задавали. Это никак не пропаганда, это просто подводит детей к тому, что эту тему надо поднимать. Многие, конечно, написали адекватные комментарии, что типа так и так, да, дети должны знать. Я считаю, да, эта тема должна быть поднята, обсуждаться, но не в 5 классе. Это сугубо мое личное мнение. У ребенка, мне кажется, еще осознанность не пришла того, что это. Вспомните себя в 5 классе. Я хотел быть Жан-Клод Ван Даммом, там, Стивеном Сигалом, просто ходить ломать там стены, там, дубасил там палкой крапиву, там, представлял какие-то там драки такие. Но еще не то осознание. 8-9 класс уже как бы да. Там как бы девочки смотрят на мальчиков. И тут уже надо доносить, что это такие же нормальные люди. Ну, все мы прекрасно понимаем. Суть для меня это было удивление. Ну, то есть я удивился, что в 5 классе. Хотя эту тему даже Соня говорит, поднимали, вот она как-то рассказывала, в 4 классе еще. Все, вот я только из-за этого, что ну рановато. Еще ребенок должен думать о другом. Осознание придет позже. Все, я вот такого мнения, что да, эти темы важны, они нужны, но попозже. И, короче, было куча неадекватных. Я эти комменты просто удалял сразу. Я их читал и даже в эфир не запускал, но не публиковал. Не имеешь права эту тему поднимать. Фу, на тебя смотреть не буду больше тебя никогда, да как ты посмел, это кошмар. Боже мой, слушайте, люди, если вам не нравится, что я делаю, я еще раз говорю, я ни под кого не собираюсь там подстраиваться, потому что это влоговый канал, я рассказываю о том, как мы живем в Германии. Если вам не нравится, что я как снимаю, пожалуйста, до свидания. И по-другому здесь быть не может. Так что вот такая эта тема, напишите свой комментарий по этому поводу. Неадекватно говорю сразу, я даже не буду их публиковать. Просто уходят в бан, в блокировку, и мне такие подписчики не нужны. Потому что у меня тут лучшие подписчики, адекватные, самые красивые, но как и я. Просто был отголосок к прошлому видео. Я сделал наконец-то операцию, еще одну, по удалению вены. Я рассказывал, что у меня она будет, прошла она позавчера. Мне понравилось, когда пришел хирург, такой раз смотрит и говорит, у вас что, лазерная операция была? Ну, я говорю, да, он говорит, она ужасно сделана. То, что у вас быть не должно. Так что все, сделали мне уже второй день, я сейчас в чулочках гоняю, так что тему про ЛГБТ я имею право поднимать, потому что я нахожусь в Германии, еще плюс в чулках. Так что все тут нормально. Сейчас сделаю овощи, немножко их замаринуем и сегодня погрилим. В итоге вот что у меня получилось. Перчики с цукини, майонез, соль, укропчик. Ну, укроп сухой пошел. Чуть-чуть соевого соуса. Здесь соус терияки, также майонез, укроп, соль. Все очень просто. Сейчас на пару часов закрою клеенкой, поставлю в холодильник. Ну и как раз это время поработаю. Придут дети. Это формочки на гриль. Также у нас курица еще и кукуруза. Вот на акции такая вещь была. Куриные роляды. Так, они стоили 5,49, я взял за 3,84, они до сегодняшнего дня, да. Ну вот как раз их тоже не в формочке, и гриль чистый будет, вот все это приготовим. Все, достал и курицу, овощи, гриль сейчас разогреем, почистим и приступим к готовке. Я зажег. Курочка тут потиху гачит, грибочки, овощи только вот только-только добавил, слюни текут, а вот это хорошо, это уже начинает становиться очень-очень вкусно. Просто посмотрите на эту прекрасную погоду. Да, конечно, камера вообще вам ничего не передает. У нас с утра был 0 градусов. Всех завез уже в школу на работу. Заехал, купил цветочков. А сегодня Марка заберу после школы. Мы подарим и Сонечке, и маме. Ну, как бы ребенку надо прививать. В Германии 8 марта ну, практически не отмечают, потому что я зашел в магазин, смотрю, так цветы практически не разбирают. Всех тех, кто отмечает 8 марта, всех прекрасных женщин, девушек, бабушек, сестер, там, всю женскую половину. Поздравляю с этим великолепным праздником. Желаю вам всего наилучшего.
и безмерной красоты. Мы, наверное, влог будем уже заканчивать. Пятница. Вчера мы погрилили, потом я сел за работу, там было столько просто правок, что я уже не взял ни камеру, ничего. Я до 8 вечера отсидел за компом, забрал Олю с Динста и опять сел за комп работать, чтобы сегодня вот проект отдать уже все, чтобы вот согласовали, все было окей. И забыть просто, чтобы нормально провести выходные. У нас сегодня будет пятница, наверное, начнем новый влог, который увидите чуть позже. Будем грилить, я заехал, затарился курицей. Наконец-то все-таки не свиные стейки, а куриные, потому что холестерин не позволяет. Еще раз женскую половину с праздничком. Всех остальных просто с хорошим днем. Желаю хорошего настроения, всего наилучшего. Не забываем подписаться, поставить лайк, комментарий написать. И не забываем подписываться. Вот самое главное, я вас очень прошу подписаться. И до следующих видео. Всем пока.